Доброе утро. Ну что, вот и первый снег. 7 утра. Стала кормить котиков. Тут за окном такое. Холодно. А птички поют. Ну что, у нас идет дождь. Всем привет, привет. Я сейчас загрузилась шинами. Попробую поменять шины. Ну, все равно это делать надо, потому что сегодня уже снег. Короче, я надеюсь, что в дождь там очереди большой нету. Но моя такая слабая надежда. В общем, едем, пытаемся менять шины. Мне повезло. Скажи, что за 20 минут поменяют. Так, ладно. Сижу, жду. Ну что, ура! Повезло! Успела я между записанными моих машинами. Получилось, что там газель у них опаздывает. И я приехала, короче, сразу после девушки, которая тоже была по записи. Ну, в общем, короче, повезло. Видите, на дороге у нас и дождь, и снег, и все сразу. И зима в любом случае будет. Короче, все равно это делать надо было. Поэтому я сделала это уже сейчас. Взяла сразу омывайку у них зимнюю, там, минус 30. Сейчас поеду уже в Бронницы. Нужно успеть перед работой за покупками. Не знаю, как бы успею или... Ну, должна успеть. Выбора все равно нет. Сейчас заправляемся. И потом Бронницы. Ну, вот как-то так. Непривычно на зимней резине. Чувствуется, что она идет немножко по-другому. Ну, у меня с шипами резина. В Москве, конечно, с шипами она не сильно нужна. Но в Подмосковье, когда не особо чистят дороги, иногда... Да хотя в прошлом году и в Москве она была нужна, потому что там были моменты, когда дороги не чистились, снега было много, и на бесшипованной резине невозможно было просто выехать. В общем, короче, еду, скреплю шипами до заправки и потом в магазин. Так, все. Выезжаем с заправки. Боже, боже, за окном то дождь, то снег. То хлопьями, то дождем. Так, сейчас будем выезжать. Так понимаю, нам куда-то туда. Тут стоянка. Вот там выезд. Сейчас мы будем медленно-медленно тянуться за этой большой-большой, медленной-медленной машиной. Что делать? Ладно. А нет, вон там, можно его обогнать. Он дает добро. Да? Ура! Спасибо тебе, большая машинка. Все, еду в Бронницы. Новый год. В этом году будет год тигра, да? Ветка декоративная. 100 рублей стоит. Звездная мишура. Прекрасно. А такая ветка 60 рублей. Конечно, ушки тигра. Набор карнавальный, ушки, хвост, бабочку. Ладно, я по-быстрому. Видите, тут развал конфет. Можно взять такой пакетик сразу с Новым годом и набрать конфеты. Прикольно.
Так, все, езда выехала. Сейчас заеду в перекресток. Мне там нужен фарш, мне там нужен котячий ED, котячий наполнитель. Ну и дома уже покажу по покупкам, что купила. Давайте, товарищи, поворачиваем. Привет, привет. Ну что, быстренько по покупкам. Покупок много. Чеки. Да, у меня чек на 2034. А в перекрестке, по-моему, на 1000. Просто буду, давайте, показывать, что купила. Купила вот такой вот салатик, набор. Сейчас я его на завтрак буду есть. Виноград черный. Мешки для мусора. Рыбонька красная. Шурончик, отойди отсюда. Хлебушек. Сырочек. Два вот таких вот сырочка. Хлебцы по скидке были. Зубная паста. Эклеры. Да, сегодня у меня будет подружка в гостях, поэтому я о ней позаботилась. И о ней, и о себе. Так. Боже, ну иди отсюда. Ты все мне сейчас скинешь. Давайте. Кыш, 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 кыш. Грибочки. Боже, еще какие-то чеки. Блин, девочки. Кошачья еда. Грудка. Куриная вышла на 204 рубля. И фарш домашний на 201. Вы сможете не дублировать? Помидорчики. Булочки. Капустка. Апельсинчики. Огурчики. Кыш. Рыбонька. Жидкость для мытья посуды. Макарончики. Хайбубы. Лучок, тунец в собственном соку, тряпушки, мука, сыр, обычная капустка, икра черная, имитированная, сливочное масло. Две пачки творог, прокладки, засор, антизасор и все. И все. Нам на 3000 где-то. А еще кошачий наполнитель уже там около входа стоит. Там быстро им поменяю. Все, пакетики свои складываю, с покупочки раскладываю. Да быстренько себе какой-то завтрак приготовить, потому что у меня сейчас... начнутся рабочие дела, говорит, вообще невозможно. Угу. Все, девочки. По ценам, блин, честно, сегодня даже особо не было возможности смотреть по ценам. Все по-быстрому. Давайте вот так вам чек. Кому прям вот интересно досконально, какие у нас сейчас цены, вы поставьте на паузу и посмотрите. Может, в следующий раз сделаем подробный обзор ценами. А сегодня все бегом. Все, встретимся еще. Накрыла шины от Дуси, потому что она дерет пакеты. Пакеты новые. Дуся страсть с пакетом. Это у меня старые. Все пудры, надо их выкинуть. Дождь идет. Жду подружку. А, нет, дождя нет уже. То дождь, то снег. Сейчас вроде ничего не идет. Пришла на балкон яблочко еще набрать. Мочонок своих. Ну, а что делать?
Накрывают стол. Чем богаты, тем и рады, как говорится. Все, вам отличного дня, хорошего настроения. Видео это закрою на этом влог. Ну вот как-то так. Надо на днях съездить в Леруа Мерлен и заняться, наконец, здесь полом на балконе. Потому что, в принципе, тепло. Вот когда открыта дверь в маленькую комнатку, соответственно, батарея, получается, обогревает и балкон, и маленькую комнату. И в маленькой комнате не душно, как было до того, если закрыт балкон. И на балконе не холодно. То есть вполне нормально. Но полы еще не утепленные, поэтому надо заниматься с полами, пока вот нету прям мороза-морозища. Тоже надо найти время и заняться этим. В принципе, у меня все есть, утеплитель у меня есть. Мне надо только пескобетон купить. А так-то все есть. Пескобетон и время. И все будет готово. Ладно, все. Всем отличного дня, хорошего настроения.